Кубка открытого трассы «Белый колодец». 6 машин на старте. Также у нас 23-й и 11-й. Никита Ушаков и Николай Шабанов. 47-й и 5-й. Алексей Козлов и Александр Волгаткин. Вот такая шестерка. Все они выступают на 8-х «Ладах». До 2 десятки были у «Биотсеис» неожиданно. И 40-й дистантор Андрей Малкинов. Вячеслав Алешин пытается отыграться на темно-синей машине, пытается перекреститься. Он даже поравнялся с лидером, но у Масленникова более выгодная траектория. И похоже, что нет. Смотрите-ка, Алешин вновь перекрещивает. Загонщик уходит на Джокер, ну а Масленников показывает высший класс. Масленников возвращает себе в третий раз уже лидерство. Алешин второй, а 23-й номер Никита Ушаков, который сегодня блистал в заезде, в утреннем квалификационном на третьей позиции. Четвертый у Алексея Козлова. Гонщик. Опа, ошибка Масленникова. Какая ошибка, а? Андрей Масленников теряет сразу две позиции, ну полторы уж точно. И теперь у нас третий раз лидером выходит Вячеслав Алешин, разрядник из Липецка. И тут же какая атака у меня Алексея Козлова. Он едва-едва не выбил с трассы Никита Ушакова. Похоже, что первый квартет держит нас всех в напряжении. Постоянные перестановки, атаки и контакты. Посмотрим, идет ли тут Джокер Круг. Уходит Андрей Масленников на Джокер Круг. Но уходит с ошибкой. Ну надо же, сколько ошибок в исполнении недавнего триумфатора класса D2 Юниор. Ну, а вперед уносится буквально стрелой Вячеслав Алешин. Чистая трасса, не соперников. Ну и смотрите, вот вся та толкотня и ошибки в исполнении Андрея Масленникова привели к тому, что он проиграл еще позицию Николаю Шабанову. Вот это неожиданность. Шабанов на второй позиции, он уже был на Джокере. Похоже, у нас вообще все были на Джокере, кроме лидера. И теперь вопрос в том, что же теперь смогут делать преследователи, как они собираются устраивать погоню за Вячеславом Алешиным. В прошлом году Алешин участвовал в гонках в категории D2, но не слишком успешно. Он без очков. Но похоже, что первая победа пришла. Скоротечная гонка. Двоечка стал номер 5 Александр Волгапкин из Воронеж. Все остальные идут плотной группой. Вновь без Джокера. Вновь по короткой трассе поехал Вячеслав Алешин. И мы считаем в секундах, успеет ли он проехать те самые лишние 172 метра до преследователей. И эта борьба уже не за одну путевку. Это борьба уже за места на подиуме, за ценные призы и подарки. Напомню, что воронежские спонсоры, особенно категорию D2M, всегда поддерживают. Там много специальных призов. Так что есть за что побороться. Два полных круга уже позади, заканчивает третья группа. В отсутствии соперников, в одиночестве. Вячеслав Алешин, три круга позади, еще два впереди. И борьба. Алексей Козлов вновь пытался находить соперников. Но Николай Ушаков уже знал об этом маневре, перестраховался. И все это борьба. Также Андрей Масленников позволяет оторваться вперед немножечко. Николай Шабанов у нас стартовал только с четвертой позиции. Но по ходу гонки прорвался на вторую. Может побороться даже и за первую. Пилот на белой восьмерке. Вновь спор 23-го номера 47-м. Это спор за четвертую позицию. Но пока что статус-кво сохраняется. Заканчивается четвертый круг, и вот сейчас-то лидеры отправятся на Джокер. Никто не знает, что там будет. Посмотрим, но побед друг с другом преследователи теряют время. Напомню, что в прошлом году в категории D2N сильнейшим стал Павел Карпачев. Нет его сейчас на трассе. Слишком широкий выход. И параллельными курсами отсутствие машины все это играет на руку. Николай Шабанов. И один контакт. Мы знаем, кто выиграл эту гонку. Но кто же будет вторым? Вот это главный вопрос. Решающий момент. И все без Джокера. Успел выскочить на трассу первым. Все-таки успел выскочить первым Вячеслав Алешин. Воспользовался тем, что соперники погрязли в борьбе. Ну, а, к сожалению, недавно еще занимавший вторую позицию Николай Шабанов уже катился на четвертое место. Посмотрим, что скажут судьи. Может быть, там было нарушение правил, но по мне так борьба была контактной, но в пределах допустимого.
финальный поворот расставит все точки над «и». Но мы видим, какая же невероятная упорная ошибка, к сожалению, в исполнении Алексея Козлова. Он занимает пятую позицию в этой гонке. И финальный поворот пытается что-то сделать Андрей Масленников. Он хочет подняться на вершину подиума. Сану ставит машину, но все-таки выигрывает Вячеслав Алешин. Блестящая победа. Андрей Масленников празднует переход на категорию Д2. Герой на призовом подиуме, ваши аплодисменты. Третье место. Никита Ушак-Воронеж. Второе место. Андрей Масленников, кандидат мастер-спорта из Костромы. И первым сегодня финишировал 38-й номер Вячеслав Алешин из Липецка. Второй этап открытого кубка. Трассы «Белый колодец» и Д2М.